Новости на 12-м канале. В студии Евгений Макиевский. Здравствуйте. Мы предлагаем вам обзор главных городских событий. События в регионе смотрите в этом выпуске. На Череповецкой ГРЭС сегодня запустили один из самых мощных энергоблоков Российской Федерации. Подробности расскажем в новостях на 12-м канале. Почти 600 череповецких 11-классников стали участниками образовательного эксперимента. Сегодня в 12 школах города прошли пробные сочинения. Почему и школьники, и учителя не совсем рады новой форме аттестации, расскажем на Первом городском. Сегодня спасатели провели традиционную тренировку, связанную с ледоставом. Причем она была открытой, на нее пришли дошкольники и студенты. Это крупнейшую энергоустановку в России сегодня запустили на Череповецкой ГРЭС. Мощность энергоблока составляет 420 мегаватт. Установка не только одна из самых производительных в стране, но современная и экологичная. Благодаря ее работе удастся на 90% закрыть потребность региона в электроэнергии. А это значит, в область придут новые инвесторы. Будет строиться большие промышленные предприятия, которые смогут пополнить региональную казну. За историческим событием сегодня наблюдал мой коллега Павел Панов. Уважаемые коллеги! Энергоблок набрал номинальную мощность 420 мегаватт. Замечаний по работе оборудования нет. Вот он, долгожданный момент для энергетиков не только Вологодщины, но и всей страны. На Череповецкой ГРЭС сегодня поистине историческое событие. Здесь запустили абсолютно новую парогазовую установку. Старт дает Денис Чавкин, энергетик в третьем поколении. Признается, для него это очень волнительно и ответственно. Ведь за спиной стоит его главный наставник и учитель, отец, который много лет работал директором ГРЭС. Это современный энергоблок, очень экономичный, экологически чистый, современный. Технически сложный, но тем не менее автоматизирован. И управлять им, работать на таком оборудовании очень удобно. Газовая турбина и паровая турбина. Испытывает гордость за сына и Николай Филиппович. Вспоминает, как много лет назад такие же молодые стояли у самых истоков. Эстетика предприятия, какая технология, какая экономия, нагрузка на природу. И все это сегодня вот именно с позиции подачи «Газпрома». И честь и хвала всему. А самое главное, что всем этим процессом молодежь рулит. И радует душу эту молодежь нам. На запуске установки побывал сегодня и первый директор предприятия Алексей Мешков. О том, что станция достигнет таких мощностей и будет настолько современной, тогда предположить было трудно. Приехал я сюда на голое место, ни жилья, ни людей. Вот. Ну, а вот, как говорится, к уходу моему после 15 лет работы на Псковской ГРЭС, здесь уже была станция, был поселок и 7 тысяч человек. В 78 году на Череповецкой ГРЭС построили три энергоблока с суммарной мощностью 630 мегаватт. И вот сегодня запустили еще один энергоблок номер 4 мощностью 420 мегаватт. Эта установка стала самой современной и мощной в России. Новый энергоблок по сравнению с предыдущими намного технологичнее. Коэффициент полезного действия увеличился практически вдвое. Турбины работают на природном газе, что делает установку экологичной. В сравнении с установками прошлого поколения, которые работают на угле, вредных выбросов в атмосферу практически нет. Стоимость четвертого энергоблока свыше 20 миллиардов рублей. На строительство ушло 4 года. Многие волокжане были свидетелями беспрецедентных операций по доставке агрегатов на станцию. Многотонные конструкции везли на баржах по реке Суда, порой продвигаясь на метр за несколько часов по несудоходной реке. Но в конечном итоге все было доставлено в срок. Первое, значит, обеспечивается энергобезопасность за счет пуска, значит, этого блока. Второе, будет выдаваться более дешевая электроэнергия, поскольку здесь применены самые современные технологии. А в условиях того, что он находится непосредственно к промышленному узлу, значит, Череповцу, где расположено металлургическое производство компании «Северсталь», химическое производство компании «Фосагро». Поэтому это дополнительно создает, значит, соответствующую безопасность с точки зрения энергопотребления. С новыми энергомощностями на Вологодщине появилась возможность для строительства современных промышленных предприятий. По подсчетам специалистов, Череповецкая ГРЭС теперь на 90% обеспечит потребность региона в электроэнергии. Рост составил 20%. А это повод пересмотреть энерготарифы для региона. О такой возможности сегодня было заявлено представителями областного правительства. Новый энергоблок для Вологодской области, да, и для всего северо-запада России – это мощный импульс социально-экономического развития. И в первую очередь, конечно же, это гарантированная надежная основа для энергоснабжения новых крупных промышленных проектов в Череповецком и Вологодском промузлах.
Сочинение вернулось в школы. Сегодня в образовательных учреждениях Вологодской области прошел пробный экзамен. С этого года сочинение станет допуском к сдаче ЕГЭ. Череповцы попробовали свои силы почти 600 11-классников из 12 школ. Чем недовольны будущие выпускники и почему сегодняшний день для педагогов стал днем сюрпризов, расскажет Вера Кучеренко. До мая месяца еще далеко, а экзамены у 11-классников уже, можно сказать, начались. И не с привычных современным школьникам тестов, а с сочинения. Старая добрая форма проверки знаний в школы вернулась спустя много лет. Однако этому гостю в школе не очень-то рады. Мы понимаем, что столько лет не писали и теперь вернулись, тем более этот год впервые пишет, и оставалось-то им всего 3 месяца для подготовки. Поэтому с восторгом дети не воспринимают, ну, а нам тоже с сочувствием относимся и сочувствием как-то переживаем детям. Все равно все, что новое, то непривычно. Не сильно обрадовались, потому что это новая нагрузка, как-то такое волнение в начале года. Примерные темы сочинения были известны заранее, и каждый 11-классник надеялся на то, что любимая тема в экзаменационном списке будет. Есть ли место подвигу на войне, можно было бы написать сочинение по войне и миру. Однако точный список учителя смогли увидеть только сегодня. Темы были выложены на официальном образовательном портале за 15 минут до начала экзамена. Я смотрю, что темы вот про войну, которую обещали направление, нет. Меня это так вот возмущает. А вместо ожидаемой военной темы – юбилейный Лермонтов. И размышления на темы, можно ли обойтись без книг, а также почему важно уметь сострадать другому. Все это в рекомендованном объеме – 350 слов. Все четко, творчество должно быть регламентировано, считают чиновники от образования. По сути, с этого года 11-классники пишут 2 сочинения. Одно по литературе, с пробником которого сегодня знакомились череповецкие школьники, и одно по русскому языку в рамках обязательного ЕГЭ. Ну а те, кто еще и выберет литературу в качестве итоговой аттестации, напишут 3-е сочинение. И, между прочим, сочинение по литературе и сочинение по русскому языку – 2 совершенно разных вида работ с абсолютно разными требованиями и стилем письма. Именно поэтому, говорят педагоги, в головах детей нынче путаница. Получилось ли у школьников распутать свои мысли, они узнают примерно через неделю. По системе – зачет-не зачет. А 3 декабря уже всем 11-классникам Вологодской области предстоит сдавать настоящий экзамен – сочинение, которое будет являться допуском к ЕГЭ. О наиболее острых проблемах на Вологодчине и путях их решения говорили на региональном форуме партии «Единая Россия. Мы вместе». В масштабном обсуждении приняли участие более 300 волокжан, в том числе эксперты и делегаты из района. Фактически этим форумом мы подводим итоги выборной кампании. Она достаточно была для нас важная, обширная. Безусловно, это ключевая кампания выбора губернатора, но и не менее важные выборы муниципальных органов власти. «Единая Россия» удержала убедительную победу. Более 80% всех мандатов это завоевали, получили поддержку избирателей выдвиженцы «Единой России». И теперь перед членами регионального отделения стоит задача исполнить предвыборные обещания, заложенные в программах кандидатов. В рамках форума было организовано 3 круглых стола по 3 важным сферам жизни волокжан. Так, на первом речь шла о проблемах ЖКХ и состоянии дорог. Второй блок вопросов – социальная сфера, образование, здравоохранение и спорт. Третье – обсуждение касалось сельского хозяйства. По итогам круглых столов были сформулированы предложения, которые направят губернатору области, правительству, в законодательное собрание и муниципальные и федеральные органы власти. Например, одна из рекомендаций касалась выплат подъемных не только врачам, но и фельдшерам. Любой житель Вологодской области теперь может самостоятельно записать своего ребенка в дошкольное образовательное учреждение при помощи системы «Электронный детский сад». Этот сервис несколько дней назад стал доступен для жителей нашего региона на портале госуслуг. Как заявили в Департаменте образования Вологодской области, сервис позволяет как систематизировать очередность, так и сделать ее более прозрачной. Все заявления выстраиваются в хронологическом порядке, передвинуть их в ту или иную сторону просто невозможно. Кроме того, теперь специалисты могут более оперативно выявлять некоторые проблемы. Например, когда в одном районе образовалась очередь в дошкольное учреждение, а в другом группы полупусты. Родителям для того, чтобы воспользоваться сервисом «Электронный детский сад», необходимо пройти регистрацию на сайте госуслуг. Ну а чтобы у них не возникло трудностей, специалисты разработали детальную пошаговую инструкцию. Ее можно посмотреть на сайте Департамента образования, на его странице ВКонтакте, а также на образовательном портале Вологодской области. Европейская неделя борьбы с муковисцидозом стартует на Вологодчине. Речь идет о неизлечимой генетической болезни, которая поражает внутренние органы человека.
На Вологодчине муковисцидоз диагностирован у 20 детей. Ежедневно ребятам нужно принимать дорогостоящие препараты и следить за питанием. Часть лекарств выделяется бесплатно, причем не всегда вовремя. Многие дети, больные муковисцидозом, весьма талантливы. Они рисуют, пишут стихи, танцуют и поют. Ярким примером этого стал французский певец Грегори Лемаршаль. Он обладал широчайшим голосовым диапазоном в 4 октавы. Из-за нарушения режима в лечении скончался в 23 года. На Вологодчине общественная организация «Ландыши» помогает жить с этим недугом. Проводит семинары с медиками и родителями. Стартовал проект «Медвежка», в ходе которого он посещает детей с муковисцидозом. Они пишут ему письма, рисунки, говорят какие-то пожелания, делятся своими проблемами. Это все «Медвежка» кладет в свой рюкзачок и отправляет своему коллеге, обезьянке Мука, в Европу. Череповчане довольны работой ЗАГСа. Сегодня рабочая группа проекта «Госуслуги. Ваша оценка» побывала в этом учреждении и познакомилась с народным голосованием. На сегодняшний день работу ЗАГСа горожане оценивают на 4,5 балла. Вот и сегодня из 4 изъятых анкет 3 с положительными отзывами. Одно из самых частых замечаний – отсутствие банковского терминала. Череповчанам приходится искать ближайший банк, чтобы оплатить госуслуги. Однако пока кредитные учреждения не хотят устанавливать терминалы в здании, объясняют это небольшим числом клиентов. Сегодня народный контроль пообещал заняться решением этого вопроса. Рабочая группа еженедельно анализирует работу госучреждений и в случае жалоб от населения помогает с решением проблем. Оставить свои отзывы и предложения можно и на городском сайте. Отдел ЗАГС принимает участие в проекте «Государственные услуги. Ваша оценка» с первого дня. Мы в этом проекте, мы об этом нисколько не жалеем, мы относимся к этому наоборот с пониманием, поскольку те рейды, которые осуществлялись, да, в отдел ЗАГС с проверками, они выявляли те слабые места, которые у нас существуют. И самое главное в этом – нужно адекватно реагировать на замечания. У нас есть еще новости о них во второй части выпуска. Смотрите далее после рекламы. Сегодня спасатели провели традиционную тренировку, связанную с ледоставом. Причем она была открытой, на нее пришли дошкольники и студенты. Сегодня международный день отказа от курения. Что нужно череповчанам для того, чтобы отказаться от вредной привычки, мы расскажем в новостях на Первом городском. «Северсталь» вновь проиграла ЦСКА накануне в Череповце. Матч реванша не получилось. Счет не такой разгромный, но не в пользу наших хоккеистов. Итак, об этом и многом другом сразу после рекламы. Не меняйте канал. Новогодняя акция от компании «Редут». Скидка 18% на весь ассортимент стальных дверей «Редут». Череповец, Советский 58, телефон 20-10-49. Подробности об организаторе, сроках и условиях акции на сайте redut-defizdors.ru. «Редут. Храним то, что вам дорого». Милый, давай вот эту, а еще вот эту. Нет повода для переживаний. Шубы, дубленки, куртки в «Лала Антилоп» до 2 лет без комиссий и переплат. Стальные двери «Форпост». Установка в минимальные сроки. Более 100 моделей дверей. Собственное производство. Советский 111-64-53-50. Гоголь 60-28-13-62. Какая удача! Тепловая пушка «Патриот Гарден» 3 киловатта. Всего за 1599 рублей. «Бигам» Череповец. Подробности 58-2014. Натяжные потолки «Градисстрой». Создай уют в своей квартире. «Градисстрой». Череповец. 25-33-33. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы, 95, телефон 52-08-32. Давайте знакомиться! Каждое воскресенье с 16 ноября по 7 декабря – дни открытых дверей в ЧГУ. Подробности на сайте чгу.рф. Найдите ту, которую вы искали. И купите сейчас по самой выгодной цене. «Двери Океан». Сезон невероятных скидок на самые популярные модели. «Двери Океан». Исключительно выгодное предложение. Ростелеком Контакт-центр приглашает специалистов для работы с входящими звонками от абонентов. Предоставляем обучение, официальное оформление и достойную заработную плату. Начни карьеру в крупной компании. 580809. 580809. Алексей Брянцев, Череповец. 21 ноября на сцене Дворца строителей. Категория 18+.
Центр смазочных материалов. Это огромный выбор индустриальных и легкомоторных масел, смазочных материалов, инструментов, аккумуляторов, охлаждающих жидкостей, химии, аксессуаров. Разнообразные подарки для ваших близких. Услуга автозапчасти на заказ. Череповец, Кирилловское шоссе, 61. Легендарная группа «Самоцветы» с программой «Не надо печалиться» на сцене Дворца химиков 24 ноября. Справки по телефону в Череповце 62 62 42. Категория 6+. Спектакль «Ромео и Джульетта», Череповец, 7 декабря, Дворец металлургов, категория 6+. В каждый дом уют и комфорт. С нами ремонт не доставит хлопот. Хватит искать, пора выбирать. Новый магазин «Ремонт» на Насеткина 8А, за торговым центром «Простоквашино». Сеть магазинов «Ремонт». Мы в каждом районе города. Впервые в Череповце. Санкт-Петербургский ледовый театр Елены Бережной представляет ледовое шоу «Юнона и Авось». 13 декабря «Ледовый дворец». 12+. Это новости на Первом городском. Мы продолжаем. Провалившихся под лед студентов спасали сегодня в Череповце. В акватории реки Шексна прошли учения. Они по традиции проходят в начале сезона, но в этот раз впервые были открытыми. На тренировку пригласили воспитанников детских садов и студентов о необычном уроке безопасности в материале Ивана Бурыкина. Раньше учения спасателей и инспекторов ГИМС были исключительно тренировкой. Специалисты повторяли забытые за лето навыки и уходили на дежурство, ожидая вызов. В этот раз к тренировочной части добавилось обучающее. Детсадовцы смотрели на происходящее издалека, а студенты побывали в полынье. Разумеется, а бокову в такое опасное место не пустят. Эти молодые люди – члены студенческого спасательного отряда. Пригласили в университете в прошлом году пойти обучение на спасателя на пляже, ну и занятость на лето. Сейчас для дальнейшей работы пригласили прийти сюда на учение. Студенты не просто смотрят на происходящее, им объясняют каждое движение. Случайности в работе спасателей места нет. Выкатился на лед в полынье и выходит по своим следам, по которым шел. Где он шел, там понятно, что лед он уже прошел там, он не проломится. Меньше чем за год в гостях у спасателей побывали больше 2000 горожан. Это детсадовцы, школьники, студенты, рабочие волонтеры с предприятий города. Коллеги из ГИМС подчеркивают, что цель не просто рассказать страшилки из своей практики. Чтобы люди знали, как себя вести в чрезвычайных ситуациях и использовали те приспособления, которые необходимы в таких случаях. По итогам учений спасатели заявили, ходить по льду опасно. Сейчас действует запрет, для нарушителей предусмотрен штраф в 500 рублей. Лед неоднородный, везде разной толщины. На реках течение ближе к фарватеру, где течение сильное, лед тонкий, можно провалиться. Конечно, все пойдут в выходные на рыбалку. Старайтесь рыбачить у берега, не выходить на глубокие места. Даже опытные рыбаки могут провалиться. От несчастных случаев не застрахован никто. Но выбраться из воды не значит оказаться в безопасности. Чем опасно переохлаждение? Что оно может окончиться остановкой дыхания и смертельным исходом летальным. То есть, конечно, если вы идете на рыбалку на первый лед, то есть лучше с собой иметь вот такие приспособления. Если уж вы провалитесь, то есть чтобы не раздирать ногти, кожу рук, выбираться с этого льда по льду. В машине спасателей с этого дня всегда лежат термос с горячим чаем и одеяло. Сезон подледной рыбалки в Череповце открывается без согласования с властями. Трудовые мигранты отправятся сдавать экзамен. Испытание станет обязательным с нового года. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил начальник управления Федеральной миграционной службы по Вологодской области Сергей Жестяников. По итогам экзамена мигранты получат сертификат, подтверждающий знание русского языка, отечественной истории и основ законодательства Российской Федерации. Испытания, которые предстоит сдавать всем приезжим, уже прошли представители диаспор. По словам Сергея Жестяникова, тесты оказались непростыми, но написать их удалось всем. Руководитель ФМС отметил, что серьезного ужесточения миграционного законодательства в ближайшее время не ожидается. По-прежнему за два и более административных нарушений мигранту закрывают выезд в страну. В Вологодской области за 2014 год принято более 120 решений о выдворении. Порядка 70% всех трудовых мигрантов, которые прибывают, им все-таки понадобится изучение русского языка. В той или иной мере, я не говорю, что всем тотально придется там от 70 до 100 часов сидеть за партами, но в большинстве всем понадобится либо подтвердить свое знание языка, значит, сдать сертификат, получить, либо, соответственно, пройти какое-то количество часов обучения. Вот этот вопрос, он сейчас у нас очень актуален, стоит во главе угла, чтобы мы
активно включились, мы призываем и работодателей, самих иностранных граждан, в том числе и через представителей вот, диаспор, включиться в этот процесс, чтобы действительно с 1 января 2015 года та часть мигрантов, которые приезжают на территорию Вологодской области осуществлять трудовую деятельность, они у нас не попали в теневую часть. Погуляла на славу. Накануне ночи молодая череповчанка оставила свою двухлетнюю дочь в гостях. Пропажу девочки заметила бабушка, когда ее 24-летняя дочь вернулась с гулянки в состоянии алкогольного опьянения без ребенка. На поиски малышки немедленно были ориентированы наряды нескольких спецслужб. Спустя полчаса сотрудники полиции нашли маленькую девочку в одной из квартир по улице Ленина, а затем передали ее медикам. В настоящее время девочка находится под присмотром врачей, ее дальнейшую судьбу определят органы опеки и попечительства. В отношении 24-летней череповчанки полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних». Сотрудники полиции также выясняют, чем занимается женщина и каким образом воспитывает ребенка. Рейсовый автобус и внедорожник не поделили перекресток в индустриальном районе. Дорожная авария произошла накануне вечером на пересечении улицы Ломоносова и проспекта Строителей. Мы двигались по улице Ломоносова, пересекали Строителей. На нас вот, поехал автобус на красный свет и нам ударил в бок. Мы двигались на зеленый. Вот получилась такая авария. Во внедорожнике ехала семья с ребенком. Удар был сильным. В машине сработали подушки безопасности. К счастью, пассажиры иномарки не получили серьезных травм. У водителя ушибы и ссадины. Люди в салоне автобуса тоже не пострадали. На месте работали инспекторы ГИБДД. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Сегодня Международный день отказа от курения. О вреде этой никотиновой зависимости известно всем, однако немногие стремятся избавиться от вредной привычки. Ежегодно от табакокурения погибают около миллиона россиян. Это куда больше, чем от СПИДа, аварий на дорогах или употребления тяжелых наркотиков. По статистике, каждая десятая женщина в России курит, а порядка 60% мужчин – заядлые курильщики. Однако на Вологодчине за 5 лет курильщиков стало меньше – на 2%. Об этом сообщает Департамент здравоохранения области. По данным ведомства, в регионе эта вредная привычка есть почти у 30% населения. Самые злостные потребители табака – это мужчины в возрасте от 35 лет и девушки от 25. Как показывает практика, курение стало частым явлением и среди подрастающего поколения. Как относятся горожане к людям с никотиновой зависимостью и можно ли от нее отказаться раз и навсегда, мы спросили сегодня на улицах города. Пример заразителен для всех, то есть кто курит, для малолетних особенно. И, в общем-то, я даже нередко вижу, когда вот такие малолеточки курят. Это добровольное дело. Пусть портит себе здоровье. Очень много видео, также есть книги. Поэтому каждый человек должен о себе позаботиться и все-таки бросить эту пагубную привычку. Ну вот и, конечно, в такой день о спорте. Череповецкие спортсмены успешно выступили на престижных соревнованиях по боям без правил. При этом Илья Овечкин одержал уже свою 6-ю победу в компании профессионалов. Громко заявил о себе и Антон Везигин. В Санкт-Петербурге состоялся международный турнир по боям без правил «Пересвет». Бой проходил не на ринге, а в клетке, что немного непривычно для череповчан. Но они справились. В категории до 66 килограммов выступал Илья Овечкин. Соперник у него был очень достойный Артем Будур из Москвы. Несмотря на полученное рассечение, Илья смог показать свое мастерство в тяжелейшем бою. Для выявления победителя потребовалось даже экстра-раунд, после которого единогласным решением судей победа была отдана череповецкому бойцу. Вторым представителем череповецкого клуба «Спарта» и тренера Сергея Коршунова на этом турнире был супертяжеловес Антон Везигин. Грамотно тактически выстроив бой, череповецкий спортсмен в начале второго раунда нокаутировал своего оппонента. Ну а хоккейная команда «Северсталь» проиграла первый матч домашней серии игр в чемпионате КХЛ. Череповчане уступили лидеру турнира московскому ЦСКА. Подробности в репортаже Владимира Сентябрева. За три дня до этого матча «Северсталь» была разгромлена армейцами в Москве. Естественно, у череповчан было большое желание взять реванш. Но ЦСКА сейчас, как говорится, на ходу. Перед приездом «Череповец» подопечные Дмитрия Квартального одержали 6 побед подряд. У череповчан к домашней серии вернулись в строй «Квапил» и «Монс», но это не помогло. Игра началась неудачно для «Северстали». Имея численное большинство, хозяева льда ошиблись в зоне атаки. Владимир Жарков перехватил шайбу и убежал в отрыв, после чего переиграл Якуба Штепанака. Далее два периода «Северсталь» сражалась на равных с грозным соперником. Но в самом начале третьей 20-минутки череповецкие защитники утратили бдительность, за что тут же были наказаны первой тройкой нападения ЦСКА.
Александр Радулов вывел на убойный бросок Игоря Григоренко 0-2. На 54-й минуте армейцы окончательно лишили череповчан надежд на благоприятный исход. Андрей Стась подставил клюшку под бросок защитника, и на табло высветился окончательный счет матча. 0-3, поражение «Северстали». Мы предполагали, что будет тяжелая игра. Череповец, наверное, захочет реабилитироваться после недавнего крупного поражения. И я думаю, что они играли очень хорошо, очень здорово. У нас вратарь нам помог очень здорово, оборона где-то справлялась. Неплохо настроились на эту игру, создали определенный ряд моментов. Значит, вопрос к нападающим по реализации. Так и не смогли преодолеть, о чем сейчас коллега сказал, оборону соперников, это вратаря и защитников. Где-то вот здесь не хватило какой-то дерзости пробраться на ближний пятак, где-то не хватило точности в бросках. «Северсталь» осталась на 12-м месте западной конференции. Следующий матч череповецкая команда проведет 22 ноября на своем льду против подмосковного «Атланта». Прямую трансляцию матча смотрите на 12-м канале «Череповце» и 7-м канале «Вологде». Далее прогноз погоды, а затем очередные эпизоды сериалов «Виртуозы», «Анатомия страсти» и «Совершенное сердце». У меня к этому часу все. Рассказ о главных городских событиях продолжим завтра в 13 часов 30 минут. Ну, как обычно, в 20 часов 30 минут подведем итоги недели. Следите за новостями вместе с нами на сайте 35media.ru, а также в социальных сетях. Аккаунт канал 12, ТВ канал 12, Facebook, ВКонтакте, Twitter. Всего доброго. Увидимся.